Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет нереальная дуэль на новый нож Кукри. Но это не просто дуэль, этот нож, это дуэль на 100 тысяч голды. То есть мы оценили этот новый ножичек Кукри в 100 костырей. И если я, например, проиграю, то я должен буду купить скин за 100 тысяч голды. Если я выиграю, то я получаю плюс 100 тысяч голды. Ну что же, ребята, если вы готовы к этой мега зарубе 100 костырей, такое никто вам не покажет, кроме Кента ПК, обязательно прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал. Чики-бам-бая! Поехали! И вот он, ребята, тот самый трейдер, который 100% не кидала, и он готов выйти со мной в дуэль. Вы посмотрите, что он мне написал. Играем в дуэль, но новый нож Кукри, который стоит 100 тысяч голды. Проигравший дает 100 тысяч голды. Ты согласен, Кента ПК? Давайте напишу. Да, я согласен, ребята, на кону 100 костырей голды, это не шутка, это не просто какое-то видео, а 100 костырей. Так, давайте посмотрим, что у меня по профилю. Голд 1 и голд 2, иди ко мне, мой ты дорогой. Общая статистика, 2000 часов. Что? Это, ребята, очень опасно, у него КД 2,8, обалдеть. Статистика 1,24. Соревновательным 1,17, ядрить, колотить, ребята, это же кипер. 3, 2, 1, да, начнется! Великая заруба на новый ножичек Кукри с обновлением 0.20, который стоит 100 тысяч голды! 5 минут later. Так, ребята, он зашел очень быстро, это очень плохо, потому что у него iPad, если у него iPad, мы и попа! Так, ну что же, давайте вначале посмотрим, какие у него скины. Проверочки на бомжа, так сказать, ну что, дорогой ты мой. Скинцы-то показывай! Ой-ой-ой-ой-ой! У него АКРТХ! У него карта... Не, ну я пол базара раздираю, родной. Вопрос отпали. АВМ Спорт. М9 БН. То есть у него реально есть 100 костырей. Тем более накидал скрины. Он точно не обманщик. В первом раунде берем Desert Eagle. Яковыдзе. Статрек мой. Ну что, сладенький, готов. 100 костырей голды. Или новый ножичек Кукри. Ау. Поехали, починный счет по нулям. Прямо сейчас очень напряженный битва. Кентуха высовывается. И... На! Как прогнулся? Как? Как? Нет пробития! Нет пробития! А ну сюда подошел. Я извиняюсь, что я в этой дуэли не буду завозить, как обычно, потому что 100 тысяч голды как-то не очень хотелось бы отдавать. У-у, попал! Попал! Попался! Братик, а что такое? А что ты решил попрыгать, сладенький ты мой? Решил попрыгать! Ага! Он, кстати, показывал инвентарь. У него сколько наклеек? У него наклеек, наверное, штук 700. Давайте во втором раунде тоже сыграть с иглом. Я думаю, у меня будут все шансы на победу. Сейчас мы, ребята, его закроем. Сейчас мы ему покажем, где его место. Сюда, дорогой ты мой, на! А, он справа. Братик, а что такое? А что такое? А что такое? А, у него дробаш! Ты на кого батон крошишь? Так, 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 пацаны. Где он? Где он? Ля-ля-ля-ля-ля! 12 хп! Отходим, отходим максимально далеко, ребята! Все, тупо в космос убегаем! Все, все, я тут. Оп! А что такое? А что такое? 2-0! 100 костырей, голды будут мои! Возможно, я в будущем обновлении на эти 100к смогу себе купить 100 ножей Кукри. Я не знаю, сколько они будут стоить, но мне поступило такое предложение. А вы же, ребята, знаете, Кента ПК любит делать контент, поэтому, ребята, хэштег Кентуха, сделай контент. И я, ребята, его прямо сейчас на ваших экранах делаю. О, давайте возьму авик, 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 авик. Я знаю, вы скажете, Кента ПК, ну чё, вообще сумасшедший, третий раунд, какой авик? Ну, у меня чудечка. Когда чудечка говорит, бери авик, значит, надо брать авик. Поехали, пацаны. Так, так. Опа, а ну подошел сюда. Подошел сюда. Хана, ребят, ну он и нуб галимый. Сейчас мы тебя заберем. У него... Чё? СМ-16? Вот это было обиденько. Так, мне хватает на фомастик, и я могу взять М40. Не-не-не, М40 я в такой дуэли точно брать не буду, потому что это прям очень потно. Я пойду через Тёмку, я тупо гений. Я его сейчас пойду через Тёмочку и скажу, здорово, дорогой ты мой. Так, так. Он меня не заметил. Хочу на нож, хочу на нож. Да! Ребята, я просто в шоках. Я просто в шоках. На язычах, тупо как папа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Монтажер, поставь на музыку. Пух! Нема никого, нема никого. Ребят, походу это будет извин. Походу это будет извин. Да! Ты за это поплатишься, поверь ты мне. Ты за это очень жестоко поплатишься. Я хочу его просто принципиально. Да, это 100 тысяч голды. Да, я понимаю, я псих, то что я беру авик.
Ну поверьте мне, это дело принципа. Я хочу его просто размазать, чтобы он понимал, что Кент ПК не нуб какой-то. А то все пишут в комментариях: Кент, ты пепа, ты грибожуй. Кто грибожуй? Вы посмотрите, ребята, 3-2, играем дуэль, новый нож кукрей. Так. Не понял. Больше я этот АВМ брать не буду. Все, только М16, я тебя так сильно обожаю. М16. Так, тут его нету, значит, будет тут. Да, попал. Ой, ребята, уходим. Есть пробитие, самое главное, у него по-любому лоу хп, ребята. Да как, еще на уздум. Да как? Я не знаю. Не, мы должны это сделать. Нет! Нет, Кент, соберись! Просто, ребята, хэштег Кент Киберкотлета. Не, шутки шутками, но это уже не смешно. Когда играем настолько серьезно, голды. О, а если бы тут я был, а? Блин, ребят, как же хорошо играть Савика. Он Савик играет, реально? Ну, раз так в 5 лучше, чем Кента ПК. Так, где он? Так, там его нету, это хорошо. А, приветик, Иван. А что такое? Не ожидал, да? А я уже тут-то! А, вы поняли, он, наверное, бросил флешку и шел ко мне спиной, чтобы флешка его не ослепила. Но не учел тот факт, что Кент ПК, мегабрейн, 300 IQ, 500 хромосом! Ха-ха-ха, 500 хромосом, ха-ха! Ребят, 4-4, орется, опыт не пропьешь, но попытки были! Хэштег! Кентуха красава, ребята, ну не зря я глава масле от этого киберспортивного клана! Да ёхный папа, не, это просто трындец какой-то! Не зли папочку! Иван, ты за это очень жестоко поплатишься. Бля, ну просто трындец, не-не, я в тёмку больше не пойду. Я в тёмку, не ногой. Я возьму хаешку и сейчас заброшу ему в дом. Я тупо кибергений, он по-любому ещё будет меня ждать в тёмке. А я, ребята, как 300 IQ. Говорится, ща его перехитрю. Идеально! Он тут. Отвечаю, он тут. Ждем. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ага. Давай, ну, пожалуйста, ну я тебя прошу, ну ради семьи. Ради меня, ради масля. Давай, если ты не грибожуй, выходи. Ха-ха, ляса, спаси, флешку бросил. Слышь ты, бабинджон вонючий. Какашка волосатый. Сюда подошел. Ой. А. Кто-то обкакался. Не, я твой авик подбрать не буду. Не, авик это не ко мне. Авик это пыль. Ребята, 5-5. Ну кто бы сомневался, сейчас Кент ПК это покажет, ему драки зимуют. Сейчас, ребята, Кент ПК покажет свой огромный бабинджон. Если ты нет, его кое-куда. Брат, вею. Ой, блин. Ой. Просто капец. Не. Так, ребят, сейчас уже не смешно, сейчас уже реально без шуток. Я такому набушу, 5 проигрываю. Вот просто он сейчас будет по-любому не ждать, я его быстро запушу. 100% заберу раунд. Вот прям 1000000%, я ему это отвечаю. Быстрее. Да! Я сдал. Не ожидал меня, сладенький, а я тут-то. Я пришел к тебе, нема. Пятьмануло. Опа! Что вы? Маслята! Чего мы хотим? Маслят! Когда мы хотим? Всегда! Хэштег Кентуха Тейтоп! Так, пацаны, новый нож кукри. Или 100 тысяч голды. Я не знаю, почему мы именно так оценили новый нож кукри в 100 косарей. Ну, тем не менее, 100 косарей, это, так сказать, внушительная сумма. Кто у нас тут? А тут-то никого нема. Делаю вот так. Да! Я это сделал, да, 7-6! Один раунд. Один долбанный раунд. Все, кто смотрит по ту сторону экрана прямо сейчас, напишите в комментариях. Хэштег Кентуха, тащи этого грибожоя вонючего, какашку небритую, этого бабежонщика. Погнали, мужики, погнали. Счет 7-6. Я не знаю, зачем включил голосовой чат в игре. Нормально. Бля, нет. Я жив. Да как? Как? Не. Как он флешку прям меня попал? Столько серебряный! Счет 7-7, это очень напряженная заруба. Нет, я только не это, я не хочу, у меня будет такой тильт. Вы даже столько сырья, вы понимаете? Это моя зарплата за 1000000 лет. Так, все хорошо, я по-любому попал. Я вижу на минимапе. Ой, хорошо. Бросаю дым. И выхожу. На! Как? Это богоёс! Столько сырья! Нет. Стоп!
100 000 голды! 100 000 голды! Это керабит голд, это даже дороже! Это Алик Тиха по старому курсу! Алик Тиха, просто в никуда! Просто вот так вот за дуэль! Ладно, ладно, ладно! Надо быть сильным. Реально, надо быть сильным. Пацан сказал! Пацан сделал вид, что ничего не говорил. Ладно, пацан сказал. Пацан сделал. Спасибо за дуэль. Сейчас напишу, какие скины купить. В смысле, какие скины? Там же один скин за 100 000. Или как? 5 minutes later. Короче, ребята, походу голду ему все-таки придется отдавать. Он не прощает кента. Ладно, 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 все нормально. Кентуха, я выставил 2 скина. Первый скин P350. Он не... Я прямо сейчас просто возьму и куплю. Все, окей, окей. Только я куплю, ребят, с другого аккаунта, потому что, не знаю, ну мне жалко этот аккаунт трогать. Я так долго собирал, копил всю эту голду, у меня есть второй аккаунт, на котором есть реально 100 000 голды. Я сейчас сделаю скрин, сейчас ему напишу и куплю просто второй аккаунт, а при вас, чтобы они не переживали. Скин номер один, так, ребят, главное ничего не перепутать, насколько же это много, 50 косарей. А я должен 100 отдать, все, ребята, ну что ж. С вас лайк, подписка, хэштег кент, не кидок. Была не была. Да! Купил, купил, купил. 5 minutes later. Я готов, я готов. 50 000 голды. Покупаю скин номер 2. Была не была. Я купил. Мне осталось 1473 голды на аккаунте. Вы понимаете, как же это, мама? Просто посмотрите на вот это. Да, я только что купил у него 2 скина. Блин, ребята, просто прожмите лайк на это видео. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И мой совет: лучше никогда не играйте ни с кем дуэлички на голду. Иначе может быть то же самое, что со мной. Также, ребята, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там будет розыгрыш промиков. Я всех очень сильно люблю. Спасибо, что у меня есть. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.